Не все то дерево, что горит, а металл – не такой уж твердый материал, как кажется. Мы расширим границы ваших знаний. Самовозгорание. Что это? Почему это происходит? И можно ли с помощью воды разжечь пламя? Проникнем в засекреченные лаборатории, станем свидетелями грандиозных научных открытий. Нам сейчас предстоит опуститься на дно древнего моря, которое разливалось здесь несколько миллионов лет назад. Мы познакомим вас с лучшими учеными, инженерами и изобретателями, которые каждый день меняют наш мир. Мы разработали концептуальную модель нервной системы. Все знания он добывает в процессе обучения. Раскопаем самое скрытое, объясним самое невероятное. Можно сказать, что пыль становится на вес золота. Да, можно сказать и так. Такой науку вы еще не видели. Наука может быть не только познавательной, но еще и зрелищной. Лучшая научная документалистика скоро на телеканале «Енисей».